эта пушка съест ваши все деньги. Просто нереально. Так, туда их. Так, что у нас тут? Так. Уже святилище оружейное. Нифига себе, можно будет выставить, да? Угу. Круто. Нету денег, но вы держитесь. Так, что у нас тут еще? Battle Pass за 1200. Тут маленький один кейсик, 100 этих штучек, дрючек, и погнали. Отсюда из этого можно выпадет, я офигею, сколько всего. Какие предметы. Там вот, свинка Пепка. Да-да-да, прикольные наборчики, конечно, есть. Так, а ну стоять. Предметы. Шаг за шагом у нас еще есть штучка такая. Тут дают тебе шлем и вот этот рюкзак с лошадью. Отлично, и каска с лошадью. Прикольно, да. Всегда думал об этом. Так, второе улучшение у нас. Вертеж и куча скинов женских. Денег нет, но вы держитесь. Понятно. Когда бицепс жалуется, что у него нет денег, мне хочется посмеяться почему-то. Чего не знаю. И сковородка. 5000 стоит сковородка. Улучшаемая. Максимально она даже вот так еще светится. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подходит, подходит. Это всего сколько надо джикоинов? 5000. И тут 5500. 10500. 10... 11200 надо. Такое себе удовольствие. Подожди, так... за 3800 это дают вот такую вот фигню. И 5 вот этих вот, правильно? В котором выпадает. Понял. Это будет в мастерской. Тут еще вот эти кейсы. Особое создание. Вот они, вот они. Всякие прогрессивные пушки. Танец с палкой. Отлично, всю жизнь мечтал. Вот новые скины. Ой-ой-ой-ой-ой, цыганский вариант. Вот это что так? Офигеть. А, маска тут, типа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, прям. Это с ним, это с ним. Можно мужское лицо? Ой-ой-ой. Что ты, что? Так, мужика вот такого еще добавили. Ну ничего такого, вот этот костюмчик, я считаю, неплох. Так, еще один мужик. Обезьяна. Красный топчик. Такой, да, нормальный. Да. Танец у нас с палочками.
такой, да. О, еще такой. Ой-ой-ой. Победный танец для Сани, я думаю, зайдет. Это Саня, когда забивает гол. Так. А, ну этот видели. Ну это мое, да. Кто был Саня, это мое. Люблю попрыгать. Так, обезьяне морды тут всякие. Ой-ой-ой. Мощно. Это бицепс, реально. И говорит, у меня нет денег. Я вот прям чувствую, бицепс прям вылет и кричит, нету денег. Да. Так, ладно. Тут ничего не добавили. Battle Pass. Идем посмотрим, что у нас в Battle Pass. Итак, Battle Pass. Так, 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 так. Да, тут у нас только всякая ерунденька. Тут такая ерунденька. Да. Ой, а где тут? Как? Пас. Да. Или вот так. Вот оно. Вот оно. Тут сразу дает чертеж себе. Всякие вот эти ваучеры открытия. Сундучки. Ну, эти жетончики. Сундучки, полимеры. Ключики, жетончики, бипишки. Тут только жетончики, бипишки, чертежи, открытия. До 70 уровня, опять ваучер открытия. Ну, вот такой вот Battle Pass. Вся суть в мастерской. Так. В особом создании. Вся тут, скинов тут, как говорится. Тут вся тут. Так, ну идем, откроем чуть-чуть этих. Бесплатный. Вдруг что-то выпадет. Семьдесят открытий, Сэнди? Какой 70? Может, 7 ты хотел? 70 открытий у него. Какой еще? Ну, он ломик топовый выпал. Ой-ой-ой, эмочка. Надо 200 джикоинов, блин, где-то украсть. А нету! Нету джикоин. Я офигел, мне нужно 200 джикоин. Где взять, блин? Так, тут у нас еще всякая ерунда есть. Так. Тут что нам? ЕПшки вот эти дадут. Ешки. А что за ешки? Больше не фигешки. Ничего не добавили такого. Так, подожди. Тут это понятно. Тут вот это понятно. Тут еще можно будет... забирать всякую штучку классную. Ой-ой-ой-ой-ой, это забираем. И тут у нас что? Получишь рога. Угу. Сковородку. Офигеть. А жетоны что они? Вот что мне вот тут покупать на 20 тех жетонов? Че это ничего? Еще раз можно открыть. Еще раз. Давай. Рем. Ну ничего, даст. Попозже. Подождем чуть-чуть. Даст, надо подождать просто. Вот тут что может выпасть? Какой-то крутой штук. Какая-то крутая штука, говорят. Ой-ой-ой-ой, один жетончик выпал. Это реально, реально тема. Вот этот вот невероятный скин М24. Невероятный скин. У него на втором уровне добавляется счетчик убийств сразу. Анимация.
какая-то вот эта вот крутая. Потом всякие... Ой, вот это оглушнитель. Вот такой огромный тут кажется. Потом у нас добавляются всякие фишки-мишки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот же он. Прям мозолив где-то сейчас плачет. Будет ее сегодня выбивать. Вот эту нереальную красную себе. М24. Мне нравится ее килфит, конечно. Ящичек. Обезьянка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это просто пушка огонь. А вот это эффект убийства. Просто я считаю бомба просто. Просто когда ты кого-то пронизываешь ей. Получается вот такой появляется эффект. Представляешь себе. Ух, ух. Жестко. Так. Эмочка. Да, эмочка. Тоже килфидик. Анимация. Такие эти вот штучки-дрючки опять. Ой-ой-ой-ой. Свинка. Килфидик тоже неплохой у нее, конечно, красивенький. Ну, розовая, понятно, но это не очень интересно. Ящик прикольный сделали. А на калаш они не могли ящик сделать. Бри. И косметика. Прикольно, звездная такая. Четкая вообще. Крутая, класс. Пушка-бомба. Так, и миник. 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 Смотрим наш миник нереальный. Что у нас тут? Прицельчики. Ага, на третьем у нас килфидик маленький такой, но нормальный. Ой-ой-ой. А это что такое? О, пушка, конечно, да. Не, прикольный миник. Вот тут они, конечно, его прям зачетно сделали. Килфидик тоже бомба, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а тут он как смотрится? Но темненький тоже неплох. Килфидик неплох. И тут он просто засиял. Засверкал. И Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бицепс, ты плачешь? Плачь. Ну, вот такие пушечки. Не, М24 огонь, я считаю, они сделали вообще. Просто они вложились просто, чтобы ее просто... Все купили. Все просто, все свои деньги просто вложили. Эта пушка съест ваши... Все деньги. Просто нереально. Не цепляется, Жень. Это просто огонь, я тебе еще раз говорю. Это просто огонь, нереальный. Это просто, наверное, он просто горит в руках, когда ты кого-то килишь.